вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Слушается дело о том, как заставить мужчин клевать. Друг, ценитель красоты против безликости. Итак, мы начинаем модные советы. И проведет их сегодня наш гость, специалист по этикету Алена Гиль. Добрый день. Страшно рад вас приветствовать. Спасибо. Здесь. Вы выглядите, как всегда, очень элегантно. Что вам необходимо, Алена, для того, чтобы провести эти модные советы и провести их правильно? Вот можно мне Ирину? Да, пожалуйста. Хочу, Ирина, сказать вам, что практически очарована вами. Вы на самом деле уникальный человек, и я думаю, вы это знаете. Потому что добрый, отзывчивый, такой солнечный, энергетический. И получается, я согласна абсолютно со всеми выступающими, что не хватает, вот знаете, как инструмента для того, чтобы эти достоинства транслировать еще в каких-то форматах. Ну, например, вот в том, что мы просто называем, ну, женским поведением, дамским поведением и так далее, да? Давайте проведем урок и для Ирины, и для всех дам, которые сейчас прикованы к своим экранам телевизора. Нам нужны два стула. Дворецкие, пожалуйста, внесите их. И я и пойду на свой трон. Поскольку это экспресс-курс, Ирина, значит, вы повторяете, а я буду делать вам ядовитые замечания, хотя что-то мне подсказывает, что они не потребуются. Значит, если мы говорим, ну, прежде всего, это сама презентация. Это, ну, пусть это звучит банально, это осанка. Посмотрим, что, как правило, делают дамы. Напоминаю, что вот такая поза, она считается классическая поза для стояния, вот если можно так выразиться. Но, знаете, вот так вот на вытяжку стоять тоже смешно. Поэтому что мы делаем? Как правило, дамская позитура, она, когда чуть-чуть нога за ногу заводится. Уж про красивый подъем мне вам не нужно объяснять, да? Подъем – очень эротичная часть тела женщины. Можно, конечно, вот так вот встать, да, типа «О!» Вот, но совершенно верно, да, начинается «много», «много», «да, все», и сразу категория «понятно». Когда дама стоит слегка собравшись, заметьте, для опытного охотника и этой небольшой линии бедра вполне достаточно, чтобы оценить, что дама знает, как себя вести и как себя подать, но в этом нет вызова. Переходим на эту часть. Очень часто у нас дамы, знаете, они очень много сюда надевают или, наоборот, все снимают и говорят: «Посмотрите, что у меня есть!» Не надо на меня смотреть. Так, простите, смотрите или не надо? Поэтому, чтобы у нас здесь не было, вырез – не вырез, украшение – нет украшений, чувство собственного достоинства. У нас всегда развернута грудная клетка. Здесь центр энергетический. Я говорю: «Вы знаете, Ир, вы мне так нравитесь, вы такая вот, и все мне так здесь приятно». Да? Согласитесь, вот люди, я говорю это, да, но вы не читаете на уровне пластики. Не верят вам люди, да? Да. Когда я говорю: «Ирин, вы очень приятный, потрясающий, светлый человечек». Открытое сердце. Да, вот так. Да? И вы чувствуете вот эту теплоту, в том числе и за счет развернутой грудной клетки. Еще секрет. Напоминаю, как бы вы прямо ни стояли, да, вот здесь, если шея будет вот здесь, то ни о каком чувстве собственного достоинства речи не идет, да? Вот, и там, вы мне все нравитесь, или, знаете, я потрясающая женщина, я меня обожаю. Дайте, пожалуйста, Алена, совет касательно стрельбы глазами. Многие наши героини любят бросить можно взгляд. Можно я это сделаю через такое... жест, который называется рукопожатие. Пожалуйста. Ну, в каком-то варианте это может быть поцелуй руки, если кто-то решит. Ага. Вот знаете, у нас все говорят: «Боже мой, что, ах, куда руки девать?» Это первое. И второе. Все этого боятся, да, и не знают, что делать с руками. Рукой всегда распоряжаетесь вы. То есть вы хотите подать руку, вы ее подаете. Не хотите — не подаете. Но если, например, вот почему-то вы захотели подать руку мужчине, значит, я напоминаю, вы рады позвать его к себе. Что такое подавание руки? Это предложение съесть дистанцию. Вы не можете говорить: «Вы мне нравитесь, идите сюда». Да? Вот. А вы говорите: «Очень рада вас видеть». Можем. Да? Вот.
Так вот, вот представьте себе, приходит мужчина и говорит: Ирина, добрый день, очень рада вас видеть. Очень рада вас видеть. И никуда не ходите, а, пока. Ну, да, как? Потому что, знаете, сложно. Идите сюда, да, и говорите: очень рада вас видеть. Очень рада вас видеть. Все, и мужчина идет к вам. Дальше что вы делаете? Вот так, совершенно спокойно смотрите, видите, вы все это делаете. Подтягивает его к себе. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. И подтягивает. Даже подтягивает. И он теряется, потом понимает, что все близко, рядом, и пошло движение. Вы абсолютно правы. Но подтягивает, знаете, даже вот... Новая методика. Можно я вам покажу, как я это сделала? Вы знаете, в чем права абсолютно надежды? Дело в том, что можно взять и вот так, но тогда вы говорите: не подходите. Когда вы говорите: очень рада, чувствуете, вы недалеко. Ко мне, ко мне. Да. Подходите. Цыф, ближе, цыф, бандерлоги. Вот. И поэтому, когда вы стоите так, ну кто-нибудь у меня возьмет руку, да, то, конечно, никто не пойдет. А вот если вы говорите: мне будет очень приятно, чувствуете так. Да. Ноздри, вот ноздри так. Пошли. Да, дым, да. Дым. Вот. И вот стоит другой вопрос. Каким образом физически сделать так, чтобы он сделал это действие? Да. Потому что очень часто женщина не знает, что нужно, чтобы он поцеловал тебе руку. Самой ее подать. Покажите, пожалуйста, как. С удовольствием. Значит, что очень важно. Моя рука – это продолжение меня. И ничего вот этого. Просто спокойно от кончиков пальцев. Вы говорите: мне бы очень хотелось, чтобы вы подошли. И когда вы говорите: очень рада вас видеть. Да? Вот просто очень спокойно, очень рада вас видеть. Все. И, Алена, я думаю, что всем будет не безинтересно сказать, я позволю себе подойти к вам, что когда дама протягивает свою руку для поцелуя, она никогда не должна совершенно делать это высоко, верно, как делают многие просто невменяемые особы, для того, чтобы ему засунуть это в лицо. И мужчина всегда должен наполовину склониться, и когда он прикасается, он никогда не должен целовать ее вот так. Целую ручки. Это называется хамство. Правда? Но когда он склоняется, он должен ее немножко приподнять и при этом сам опуститься. И желательно не лобызать. Да, все. Абсолютно. То есть не надо обслюнявить руку. Это просто будет очень, Александр, очень вульгарно. И при этом, когда вы берете, то старайтесь взять это все-таки вот верхним пальцем указательным, не сжимая ее. При этом даже некоторые мужчины, не знаю, как схватят. Сейчас я съем вас, понимаете, Александр. Серый волк. Да? Все надо брать под контроль, потому что иной раз берут ручку и целуют свою, между прочим. Вы такого не знали? Никогда. Ну что вы? Ну это какие-то дикие люди. Это еще не самое страшное. Есть два замечания. Иногда дама вдруг начинает там вот что-то. А иногда она думает: ну сейчас поглумимся. Да, и руку вот здесь подает. А мужчина не имеет права ее задирать. Вот на каком уровне дама подала, на том он и должен ее поцеловать. И тогда он должен согнуться в три погибели, да? В пупок ее поцеловать. Да, понимаете? Поэтому... Господа, ни одна дама не позволит себе унизить мужчину вот публично. И еще бывает. Хочу сказать, иногда мужчина, вот, допустим, дама не подает ему руку, да, или вот она подает и говорит: я к вам вот так отношусь. Вот, да, ну, допустим, да, вот так. Вот так к вам отношусь. Он говорит: знается, и так, хрясь, и ломает ей запястье. Да. Да? Вот, поэтому здесь Александр абсолютно прав. Вот дама подала руку, мужчина склоняется над ней, да, и потом, собственно, отпускает. Итак, мы с вами умеем подавать руку, здороваться, мы умеем стоять, мы умеем поворачиваться. Иногда нам приходится, и вам сегодня придется, садиться. Я хотела бы показать, как мы садимся и встаем. Пожалуйста. Вот. Здравствуйте. Значит, раньше дамы, у которых были большие платья, они должны были почувствовать, что стул здесь есть, и поэтому они так вот должны были нащупать его ножкой. Дальше мы начинаем съезжать, ногу ставим, создаем себе точку опоры и спокойно на нее опускаемся. Прекрасно. Ну, допустим, мы сидели с вами, общались, потом надо уже как-то вставать и выходить. Вы понимаете, с прямой спиной я из такого положения ни за что не встану. Или вот так. Понимаете, это не очень красиво. Ну, вернее, совсем некрасиво. Поэтому что мы делаем? Я создаю себе точку опоры и просто выношу себя вперед. И это очень легко. Пробуем садиться и вставать. Да? Итак, мы с вами садимся. Да? Молодец. И встаем. Гениально. Теперь, Ирина, мы с вами садимся.
Именно эти движения и называются женской элегантностью. Абсолютно. Элегантность ведь не в сумочке, дорогие мои, и не в перчатках, и не в прическе, а в том, как вы себя подаете. И завершение этой пластической истории. Значит, когда дама садится и сидит, она сидит слегка выдвинув ножки. Эта поза считается дамской. И есть еще одна классическая дамская королевская поза. Это когда ноги слегка смещены. Вот это так. Нужен каблук, я так подозреваю. Ну да, в данном случае каблук, но тем не менее. Смотрите, то есть мы не просто кладем одну ногу, а вторую ставим. Мы слегка вот так смещаем и получаем такие вот две красивые линии. И, наконец, руки. Вот если нет подлокотников, да, вот что делать с руками? Помните, господа, здесь ничего не держим. Здесь ничего не греем. И здесь не копошимся. Это зона... Я надеюсь, все простят мне эту дерзость, но зато это запомнят все. Поэтому хочется сюда, а вы их все равно вот сюда, вот сюда, вот сюда. И просто спокойно сидите и там о том, о сём разговаривайте. Ирин, посмотрите, как вы прекрасно все делаете. Заметьте, ни перебора, ни жеманства, да? Все очень лаконично, очень элегантно. Браво, Ирина, браво. Спасибо. Я напоминаю всем телезрителям, что сегодня модные советы провела для нас специалист по этикету Алена Гиль. Благодарю вас, Алена. Очень признателен. Спасибо. Прошу вас, займите место здесь на диване. Ну а мы с вами переходим к первой части нашего следственного эксперимента. Сейчас давайте выслушаем нашего независимого эксперта. Специалиста по этикету Алену Гиль. Пожалуйста, Алена. Я останусь на своих твердых позициях, что главное – это сияние глаз, главное – это развернутая грудная клетка, да, то, что вы сейчас за этот шарф спрятались, да, и, ожидая суда, уже как-то, знаете, ну давайте, осуждайте меня. Нет, уверены в себе, понимаете, потому что ваша фигурка и ваше сияние, они могут вообще затмить все то, что на вас надето. Спасибо большое, Алена. Выслушаем специалиста по этикету Алену Гиль. Я согласна со всем, что сказано, потому что эта одежда совершенно не для соблазнения, но мое сердце радовалось, что верхняя часть, да, она сияла, она была красивой, и грудь развернута. То есть эмоционально вы притягивали взгляд, но обувь, конечно, не дала вам возможности прозвучать. Может, это и походка была бы другой, и мы бы даже как-то, смирились с этими брюками, да, а вот эти ботинки дали другую совершенно походку сияющего сорванца, но сияющего. Ну а сейчас мы выслушаем Алену Гиль. Первый мой призыв, вот сохранять вот это настроение, то, что мне сейчас было очень дорого в том, что делала Ирина. Да, одежда такая, какая она есть, но хвостик звучал, грудь звучала, и заметьте, Ирина шла, обращаясь к публике, желая получить аплодисменты. То есть вы готовы к тому, чтобы показывать, ждать этих взглядов, да, и быть готовой к этим взглядам. Спасибо большое, Алена, за ваши ценные советы сегодня.